так мы весело проводим время. 4:07 утра, 25 февраля 23 года. Что может быть прекраснее ночного города Владимир? Я вам скажу, концерт группы «Мастер», на который мы сегодня ездим. Вот так вот. Всем привет! Мы поехали в Владимир на концерт группы «Мастер». Короче, ладно, я не знаю, что сказать, как обычно, да, придумывать на ходу я не буду. Видео будет все, что мы отснимем за сегодняшний вечер. Концерт снять не обещаю, как повезет. Я хочу просто сегодня реально вот попеть со всем залом, а не стоять как на работе, все опять снимать. И когда просто стоишь, концерт снимаешь, ты его не видишь. Допустим, я «Дельфина» снимал, я поставил монопод рядом, да, на ножке. И у меня он стоял сам по себе, я его просто придерживал, иногда так одним глазом поглядываю в него. А здесь, где народ будет прыгать, оцепления там, судя по всему, нет. Я посмотрел предыдущий концерт «Кирпичей». Так что, если я что-то и сниму, то 2-3 песни, не больше. Прав, здесь коридор, как в фильме ужасов каком-то. Миш прав, здесь интересно. В общем, Миша, если ты это смотришь, мне здесь понравилось, как ты и сказал. Свет, да, у нас да. Это Леня Лысый. Но если мне зрение не изменяет, то да. Сейчас я себя проверю на зрение в темноте. Будь здоров. Спасибо. Я не жди. Не знаю, я не расслышу. Хрен знает, может повезет. Мы за Лексом. Еще! От нас максимум козы будут видно. We'll be right back.
Подожди, я переключусь на другую. Делись впечатлениями. Сам не знаешь.
Нормально. Это ты тут у нас самый главный фанат. Это твои впечатления надо спрашивать. А я так, за компанию. Ну ты хоть вопрос. Ну, что я, как я уже сказал, самый главный фанат мастера здесь ты, так что впечатления твои давай. Да, с детства. В 88 году я первый раз услышал. Вот. Ну какие мои впечатления? Было круто. Просто у меня сейчас еще до сих пор такой этот фон стоит в ушах. Я, конечно, не знаю, какой получился звук, но на видео. Мне самому интересно, надо сейчас будет где-нибудь послушать. Зарекался я концерт не записывать весь целиком, да? Но все-таки я записал его как тот. И, в принципе, я и песни поорал, и все успел. Впечатлений куча. На этот раз я хотя бы сфотографировался с Леней, с Аликом, с Михаилом. Жалко, Лекс не вышел. Я что-то думал, и Лекс выйдет, а что-то как-то... Просто со всеми уже, получается, фотографии есть, да? У меня только с барабанщиком и с Лексом. Вот. Я думал, все выйдут. А сейчас прямо вот обращение к Мише Ромаху. Надо тебе было договориться, чтобы меня за кулис пустили. Вот. В общем, цех я посмотрел. Примерно я теперь знаю, откуда снимать. В общем, это все было Мише сказано, в общем. Ладно, нам надо куда-то пойти потусоваться. Ну что, трамваи не ходят? Да. Ты теперь же спец по трамваям во Владимире, не я. До вечера такого позднего задерживаюсь каждый день. Спец. Донат, который мы заслужили, да? Давай поближе. Жесть. Да. 100 евро. Правда, кривые, да, кривые, косые. Все, вот здесь написано. Является, не является платежным средством. Вот здесь вот валялся. Вот донат наш. Спасибо. Спасибо, да. Спасибо, жизнь, за такой донат. Здесь был свадебный салон. Да, вот здесь стояла посредине невеста, здесь один мужик, здесь другой около нее. Видимо, невыгодно в наше время жениться стало, да? Видимо, да. Ну вот, ну давай, вот я с 88-го слушаю, да? Это сколько? То ли 12, то ли 13. Где-то, да, 12. Ну, короче, я у соседа первый раз услышал. У меня даже магнитофона кассетного не было, был только катушечник. Материн. На материн катушечник я, короче, записал вот этот первый альбом мастера, да, с Серышевым. И что-то еще у меня там был тогда записан, по-моему, после мастера Наутилус был записан. И вот с того момента я как бы слушаю. Сейчас, конечно, меньше, сейчас времени нет. Я вот последний альбом прослушал только где-то раза 4, не больше. Я, образно говоря, ну вот возьми сейчас, я не спою ни одной песни с нового альбома. Не знаю, что хотел спросить еще. Да, что тут спросить? Сейчас у нас уже ночь, почти темная. И мы в поисках, где затусить во Владимире ночью. Вот. Все, скорее мы сейчас пойдем на вокзал. И там просто протусуемся всю ночь. Кстати, там тоже есть комната. Типа гостиницы. Но это я тебе просто как вариант. По три. Один проехал и газелька с еще одной машиной. Я смотрю, что по три ездит. Отвлеклись. Ладно, пойдем. Вон он, вокзал. До него чуть-чуть осталось. Сейчас... Как говорится, 500 метров и мы там. По традиции, да? Кухня нью-йоркской бабушки. Вот, кстати, вот на таком катушечнике. Да. Хотя нет, немного другой. Но тоже вот комета.
И я на нем как раз вот на таком наподобии слушал мастер. У матери был почти такой же катушник, только был в стерео. Вот этих, я помню, было две, по-моему. В общем, вот на таком катушечнике я и слушал первые записи группы «Мастер». Убираем. Помощь людям. Остались на улице без средств одни. Потеряли смысл жизни, алкоголь или наркотики разрушают вам жизнь. Потеряли документы и вещи. Звони, поможем. Но потеряли документы и вещи. Звони, да? А как я позвоню, если я телефон просрал? Ты знаешь что? Надо отклеить ее. Почему? А потому что, как вот сегодня подошел мужик, да? Там, помогите. Я попал в трудную ситуацию. Он у тебя сигарет сначала спросил? Да. Потому что я ему следом сказал, я не курю, еще и не начинал. И он сказал, да я не курить, мне бы вот денег. Вот. Вот, понимаешь, вот в следующий раз такой попадется, скажет, помогите, мы ему визитку вот эту дадим. Удачи. Скажем, чувак, ты обратился к нужным людям. Вот тебе визитка. Там помогут. Вот как раз видно время, число. Ну, и где погода? И минус 5 на улице. Ты издеваешься надо мной. Я прикалываюсь. Спи. Все, мы в электричке. Здесь жара. Даже в кофтах жарко, если так разобраться. Ну, куда мне себя снять? Вот только если в окно вы меня увидите, да? Ой, все, мы едем домой. Как говорится, на этой оптимистичной ноте. Всем пока. Я, да, не снимать, типа, уже, что, все снято, в электричке жара вообще, то есть, вот, на улице зима, а в электричке, вот, в футболке даже сидеть жарко, я не знаю, там Серега уже спит, у нас тут двери проверяют, вон, идет снег, если вы видите. Я, как говорится, на вокзале зимой. Можно было бы соврать, что я по методу Вима Хофа, да, в футболочке на морозе, не мерзну. Но я реально не мерзну. Я сколько кофе выпорол. Привет. Не хочешь в кино? В наше. Вот. Я с концерта еду. Мы ночь просидели. О! Не, да они сейчас так будут тормоза проверять. Там двери тоже все открыты уже, что ли? Не, я имею в виду, все через него заходят. Я просто вышел, мне там жарко. Я на мастер ездил. Но пока еще он это... Мы эти сами открывали руками. Ну хотите заходить, пройдете туда через это. Вот так вот. Не зря камеру включил. Время 5:00 утра. У меня знакомая, да? Это сестра моей одноклассницы. Опа, вагоны шатаются. Так, сейчас я дверь уберу. Да, интересные кадры. Ну, в общем, ладно, я еще постою тут с выключенной камерой. Уважаемые пассажиры, продолжайте.